Всем привет! Мы уже в новом 2018 году продолжаем снимать «Путеводитель по городам». И пока все отдыхают после новогодних праздников, мы решили тоже отдохнуть и приехать в самый известный, мощный курорт России – Сочи. Это проект «Окей, Гуревск». Погнали! Здравствуй, Сочи, Олимпийский, море, чайки, яхты, виски. Здравствуй, город солнца и тепла. Казино, шашлык и вина, море, блеск неповторимый. Это все фартовый про тебя. Сочи, Сочи, город Сочи, я не пою про темные ночи, я пою для всех и для тебя. Привет, а ты фоткаешься, типа это твоя яхта, да? Нет. А я подумал, что ты по-русски не разговариваешь сперва. Я разговариваю по-русски. Да, а мы вообще не из Сочи, прикинь, вообще конкретно не из Сочи. Сама Сочи? Я тоже не из Сочи. Откуда? Из Белгорода. Че, приехала? Почему в январе в Сочи? У меня дела. Как? Я сейчас августа не... Тебе нужно сфоткаться на фоне яхты, да? Да. Ты можешь не смеяться? У нас не получится интервью. Я не могу, я вообще не верю в это. У меня уже попа отвернулась сидеть, давайте встанем. Давайте встанем, чтобы яхта была видна полностью. Я понял ваш замысел. Ты с ней? Нет. Нет, все, ладно. Просто мимо. Как в Сочи можно быстро познакомиться с людьми, это очень классно. Мы приехали в Сочи, снимаем «Путеводитель по городам». Расскажите про этот город, начнем с этого. Замечательно. Начнем с того, что этот город самый лучший город на Земле, вряд ли с этим возможно спорить. Куда надо сходить обязательно? Разумеется, приходя в Сочи, необходимо прокатиться на яхте, посмотреть город, его 120-километровый побережье. Я понял, вы уже рекламируете свой бизнес потихоньку. В том числе это мой бизнес, я этого не скрываю. Мы катаем на яхтах, на катерах. Это же дорого, наверное, очень. Ну что, это вполне разумно, вполне бюджетно. Ну вот нас можно прокатить там, ну у нас вот 200 рублей есть. 200 рублей вы можете прокатиться, ну, например, на автобусе. Чем ваша яхта отличается от других яхт? Я на самом деле говорю, что все мы поем одну и ту же песню. Мы ходим с одной. Но ваш куплет? Ну, наш куплет круче, должен быть самым содержательным. Давайте, да, давайте. Итак, мы с вами выходим полторы мили в море, поворачиваем строго на юг, проходим хосту, будет кумасесту, вся панорама города Сочи будет как на ладони перед вами лежать. Я вот практически ничего не понял, что вы сказали. Вы очень быстро говорите. Полторы мили в море, поворачиваем хосту, будет кумасесту, вся панорама города Сочи. Есть что еще посоветовать туристам? Смотрите, вот здесь у нас находится шикарный парк. Летом он вообще просто безумно красив. Сейчас он просто красив. Там это находится... здание просто же. Я не знаю, я не очень. А, вы не ходите туда? А зачем вы советуете туда ходить? Мы приехали снимать в Сочи. Че, порнофильм какой-то или че? Ты хочешь сняться? Не-не-не. Ты чем занимаешься в Сочи? Агентом работаю. Агентом? Да-да-да. Почему люди должны приезжать в Сочи? Ну как, тут круто, крутой курорт, можно кататься. На чем? На яхтах. Где твоя яхта? Давай покажи. Да, я в море вышел с людьми. Вот это вот пустое место? Да, да, пустое место. Ты приходишь утром, выбираешь пустое место и говоришь, типа, я катаю на яхте, просто моя яхта сейчас в море, там 150 человек на ней. Не, 180. Там он будет, он тетка, он видит шапки серые. Так. Подойди, ее подъеби. А что она, почему? Она типа самая эта? Ну, типа, да, подойди. От тебя, да? Скажи, что от тебя. Не от меня, просто скажи. Что хотите спросить? Город. Хороший? Так, куда можно сходить здесь? Три какие-нибудь места классные, скажите, пожалуйста, куда мы? На яхте покататься. Uh-huh. Еще что можно сделать? Стоять можно. Uh-huh. И танцевать можно. Вы из Сочи сами вообще? Молодые люди. То есть вы прям коренной житель города Сочи, нет? Uh-huh. Очень конструктивный диалог у нас сейчас получается. Так, мы снимаем «Путеводитель по городам». Впервые приехали в Сочи. Сам ты путеводитель, сам ты Сочи. Очень прикольно. Я с Хабаровска. Опа. А расскажите, опа! Расскажите что-нибудь про Хабаровский край. Чем отличается Хабаровск от Давай. Сочи? Давайте. Хабаровск отличается от Сочи, то, что там сейчас минус 30, снег лежит и все такое. А здесь я гуляю в одной мастерке, и я сегодня... купался. А ты что, не купаешься? Я не купался, представляешь? Ну и зря. Вы приехали первый раз в Сочи, куда пошли? Конечно же, в Ривьеру. Так. В Ривьеру. Культурная программа сперва. Ну это культурная. Чисто культурная программа. Да. А потом бы я сходил бы в Лондон и отдохнул бы там. Давай опять. Опа. Сейчас купаться идете, да? Не, все, хватит. Нет. Слишком много коньяка нельзя в Сочи. Сейчас что будете делать?
Просто чтобы мы не переживали. Конечно, коньяк пить. Вас как зовут? Мы хоть, чтобы подписали вас. Серега. Можно было и не спрашивать, да? Можно как было и спрашивать. Смотришь на вас и Серега. Ток Серега. И Серега. Серега. Можно с вами немножко пообщаться? Да, здравствуйте. У вас очень крутая шапка. Думал, одел специально, чтобы немножко походить на сочницах. Куда можно сходить в Сочи? Мы ходили по всяким детским там паркам. Там. Купались в море, может быть? Жена не разрешает. Говорит. А если бы жены не было, бы искупались бы, да? Да, я периодически думаю. Все, а так как жена рядом, вот в шапочке приходится по детским площадкам. Да, да. Все, мы желаем вам очень классно отдохнуть. И вам тоже хорошего вечера, хороших будничных дней, приятного времяпровождения в Сочи, хорошей работы, много работы, приятных интервью и так далее. Это да. Тост сейчас был? Так выпьем же за то. Не, а есть что выпить-то? Пьеру. Естественно. А вы бы не выпили все равно, жена же рядом. Завтра за руль садится, поэтому. А так бы выпил бы. Вы и так за рулем. Нет, куда вам? Ну здесь нельзя. Можно употреблять. Не, вы не знаете, тут останавливают. Тут Сочи на всем деньги делают. Понятно. И даже на интервью. Вы нам должны 1000 рублей. А, дай, пожалуйста. Как тебя зовут? Дима. Димон, и позови кореша. Иди сюда. Ты не знаешь, как его зовут? Можешь что-нибудь сейчас показать? Мы просто вас до этого снимали, хотели типа красиво сделать, а вы там косячили все время. Косячили. Давай сейчас что-нибудь прям мощное. Так, теперь ты. Устоял. Смотри, ради Ютуба. Вы сами Сочи, пацаны? Да. Прям здесь родились, местные. Да. Бесит вообще приезжие? Немного. Которые подходят летом, и интервью летом. Берут там вас. Ну, летом немного бесит. То есть, если бы ты был бы мэром, что бы ты сделал бы первое? Я бы сделал скейт-парки по всему городу. Да. А ты что сделал бы? Да не знаю даже. Вот-вот, ты больше похож на мэра. А на кого учитесь вообще? Где учитесь? В школе? Пока в школе. Что типа географии? 4. Где Калининград находится, как думаешь? Ну, точно не в России. Эстония или что-то Латвия, что-то такое между. Ну, 4, да? А ты как считаешь, где Кёниг находится? Я не знаю. Знаешь, а Гурьевск, где находится Гурьевск? Вообще без понятия. Я просто в колледже учусь. У меня география. Все понятно с тобой. Все, давай, учись. Вы не из Сочи, да? Откуда? Нет, я из Москвы. Как отдохнули? Супер. Что сделали? Красные поляны, горки, так сказать. Да, вы на лыжи поехали кататься. Утро, да. То есть вы в море не купались? К сожалению, а может быть, к счастью, нет. Хинкали не ели? И не буду. Почему? Берегу фигуру. А, ничего себе. И как там, на Красной Поляне? Круто. Супер, мне очень понравилось, да. Снег, позитив, драйв. Я в Сочи приехал из-за того, что здесь пальмы и море. И поехали кататься на лыжах в снега. И поехал кататься. Что нужно сделать в Сочи обязательно? Обязательно нужно, конечно, побывать на море, подышать йодом, да? Обязательно нужно подняться на Красную Поляну. И обязательно купить себе шапочку в Сочи? Да, в обязательном порядке. Только так, вы считаете, что вы первый, кто так сделал? Нет, конечно. И таких москвичей у нас очень много. Под шапкой в ушах вас убит руба. А вы что вы убираете? Замерзла, потому что какой уж там есть. Так это ж Сочи, курорт. Ага. Ну расскажите хотя бы, что у вас здесь, может люди реально заинтересуются, посмотрят и придут. Я вообще художник, и я ничего не повторяю. Каждая вещь уникальная, она одна. То есть мы не найдем здесь ни одну повторку. Вот смотрите, у вас белая. Оп, и вторая такая же белая. Две серьги. А, ну ладно. А вот эту штуку можно купить? Нет, это... Почему? Это... Посмотрите, какая она классная. Так понимаю, что классная. Заберем в Калининград? Нет. Ну в Калининград. Да никуда вообще. Ну почему? А я что без нее делать буду, вы что? Вы из Сочи? Да. Мы снимаем про город Сочи. Что можно рассказать про этот город? Замечательный город. Ну, я так не думаю. Вот это поворот! Не думаете, что это замечательный город? Не, мне он вообще не нравится. Серьезно? Абсолютно. Суматошный очень, показушный. Куда бы вы уехали, если у вас была возможность? Бесперспективный. Бесперспективный? Почему? У вас же есть какой-то... Это ваш бизнес? Вы это бизнесом называете? Я не знаю, но хобби. Вот хобби, да. Это реальные люди, которых вы уже нарисовали? Ну вы же видите, что это Шнуров, а это Жириновский, это на них шарж. А какие-то были эксклюзивные шаржи? Может, кто-то хотел там в стиле ню? В стиле ню шарж рисовать, это глупость. Ну, может быть, так бизнес попрет? Может, и попрет у кого. Так, а известные вы сказали, какие известные люди к вам подходили? Шарж на Путина у меня висел 5 лет. А потом что с ним? Ну, попросили убрать. Вы самый влиятельный человек в России. Вы убрали Путина? Ну, я убрал, конечно. Это был проект «Окей, Гурис» в городе Сочи. Ну, пора уже возвращаться домой, потому что бабок реально не осталось. Пока, подписывайтесь на канал.